работу сюда. Работаю с нуля. Мои обязанности, что включат, выключат, подчиняю главного диспетчера. Работает нормально, люди довольны, мы тоже ничего не было. Здесь дорога построили, начали с нуля, построили дорогу, взяли фундамент, принесли это генераторы, поставили это первый, второй, третий, здесь все, 6 генераторов. Ветер всегда, что нормально взяли все. Начинается с 3,5 км в минуту, то 13 все нормально уже. Там видно первый, второй, третий генератор. Покажу это мегаватт-часов. Сейчас у него 8,85. Потом есть второй, третий, четвертый вместе. Показывает 7,60, вместо 16,65. Каждые минуты, каждое время, как ветер меняется, и это мегаватт-часов меняется. Если что-то авария случится или какой-нибудь случай будет, есть батарея здесь.